Национальная молодежная премия «Будущее России» направлена на выявление и поддержку молодых граждан России за высокие достижения в экономике, культуре, образовании, спорте, общественной и профессиональной деятельности. Подготовка к конкурсу была серьезной. Участникам нужно было представить экспертам свои результаты. Он проходил в онлайн-режиме с мая 2019 года по апрель 2020 года. Он проходил поэтапно, где конкурсанты, в том числе и я, представляла свое портфолио достижений, проходила образовательную программу, участие в различных конференциях. В конкурсе приняли участие более 200 человек из различных регионов России. Педагог молодежного центра Анна Щербинина оказалась единственной представительницей Нижегородской области. Жюри отметили ее выдающиеся достижения в общественной деятельности и вручили свидетельство участников в номинации «Про общество». Мою результативность оценили, мой опыт уже полученный, приобретенный, да, то есть участие в различных других конференциях, что я приобрела, какие-то навыки, как я это использовала в своей работе, чего я добилась, каких результатов. Полученные на конкурсе знания Анна, безусловно, будет применять в педагогической деятельности. Но жажда расширения кругозора и приобретения новых навыков и умений не позволяет ей сидеть на месте. Анна в онлайн-формате осваивает программу наставника для школьных проектов. Елена Грицкова, Константин Островский, Сергей Рябов, служба новостей, Саров, 24.